Ранним воскресным утром к ДК «Нефтехимик» спешат словацы. Здесь расположился избирательный участок, и почтенные горожане, взрослые и молодежь спешат выразить волеизъявление на выборах главы Башкортостана. Среди них и депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Байгускаров, который голосовал в Словате. Есть большие перспективы, изменения большие ближайшие. Вот 5 лет будут в положительную сторону. Конечно, это будет первая задача – улучшить жизнь наших жителей Республики Башкортостан, жителей города Салавата. И, конечно, я вот знаю, я верю, что все будет, конечно, хорошо. В числе первых избирателей, посетивших участок, и глава администрации города Динар Халилов. Я в первый раз голосую за 30 лет в Салавате. До этого все-таки много лет я был в другом городе, я сюда вернулся. И для меня тот праздник, который на день выборов был у родителей, он тоже такой хорошее воспоминание. Это всегда было большое такое мероприятие. Весь Салават, все шли на эту выборную кампанию. Салаватцы уверены, участие в голосовании не только выражение гражданской позиции, но и важный задел для будущего. Чем больше получит наш будущий глава республики голосов наших жителей, тем больше, тем сильнее будет его позиция в разговоре и с федеральным центром, ну и для решения всех наших насущных проблем. Для многих прийти на выборы – это и своеобразная семейная традиция. Традиция, естественно. Я поддерживаю главу своей семьи. Естественно, у нас совпадают все взгляды. На избирательных участках почти по-домашнему уютно. Горожанам предлагается свежая выпечка по доступной цене. А еще тут дежурят медики. Большое политическое событие проходит благополучно. Добродушные лица наших избирателей на избирательных участках. Ну, надо сказать, что попытки организовать праздник, они удаются. На некоторых играют оркестры, где-то звучит музыка, то есть различные мероприятия. В нашем городе действовал 61 постоянный избирательный участок и один временный. Новшеством стала работа комиссии с 7 до 21 часа. Салаватцы призывы проявить гражданскую позицию вняли. Напоминания о едином дне голосования имели различные формы. От вот таких крупных баннеров до маленьких приглашений открыток, которые разносили по домам. Выборы удалось сделать и настоящим праздником. На многих участках салаватцы имели возможность отдохнуть душой. Потому что мы выбираем свое будущее. Хоть и дела, можно будет сходить на это очень важное мероприятие. Были сегодня особые герои дня, впервые голосующие избиратели. Юный Тагир к ответственному дню был готов. Особо не волновался, потому что я изначально знал, кого выбирать. Это как бы конституционное право мое первое, которое я выполнил для долга для своей страны. Молодой человек получил от комиссии памятный подарок, как и другие ребята-первопроходцы, которые пополнили ряды социально активных салаватцев. Голосую всегда, думаю, что я тоже принимаю участие в выборе, ведь зависит будет от кого мы выберем, кто как будет работать. Ну, стараемся все, да? Моя мама тоже ходила, уже, наверное, сходила. Читала газеты, смотрела дебаты, было очень интересно. Это мой долг. Я должна обязательно проголосовать. Внучкой вот идем участвовать, выбирать. Настроение отличное. В Салавате всего насчитывается более 100 тысяч избирателей. По предварительным данным проголосовало уверенное большинство. Зульфия Суйргулова, Ильнур Зиязидинов, телекомпания «Салават».